Принять участие в формировании главного финансового документа теперь могут и жители Ненецкого округа. Распределить бюджетные средства по своему усмотрению можно на сайте администрации с помощью онлайн-игры, моделирующей реальную ситуацию. Жителям предлагается секвестировать бюджет на 3 миллиарда рублей. Именно столько округ рискует не получить из-за упавших доходов от добычи нефти в этом году. Бюджетный квест разработан Ненецким информационно-аналитическим центром. Платформа включает в себя 8 разделов, аналогичных главным направлениям расходов бюджета – образование, культура и спорт, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и экология, сохранение традиций управления округом. Первая строка в бюджетном квесте – это существующие затраты бюджета Ненецкого округа. По данным, они составляют более 18 миллиардов рублей. В бюджетном квесте предлагается уменьшить либо увеличить какие-либо из направлений затрат бюджета Ненецкого округа и, соответственно, свести его к реалиям. То есть это порядка 15 миллиардов. Основная задача бюджетного квеста – дать возможность жителям округа увидеть, на какие цели расходуется бюджет региона и понять, насколько сложно сократить эти расходы. Задача бюджетного квеста – уместиться в ту сумму, которая сейчас имеется в регионе. Мало того, здесь будет сделана, скажем так, окраска ваших действий. То есть вы можете стать управленцем финансов, виртуальным руководителем региона, который очень много, например, уделяет внимания здравоохранению, медицине и социальной сфере, но не уделяет внимания строительству. Да? Либо же наоборот, тот руководитель, который действительно строит, развивает именно строительное направление, но, к сожалению, меры социальной поддержки, они здесь проседают. Пройти квест можно на официальном портале органов государственной власти округа admnao.ru. А результатами квеста можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Онлайн-игра разработана по инициативе губернатора Игоря Кошина, который предложил внедрить систему народного контроля. Убежден, что нам необходимо активнее вовлекать население в бюджетный процесс. Так как традиционная форма публичных слушаний не совсем популярна, мы разработали альтернативную. Речь идет об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на 3 миллиарда бюджет округа, самостоятельно расставив приоритеты. Результаты игры станут основой для аналитики в бюджетном планировании и могут лечь в основу принятия управленческих решений руководством региона. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».